вот на таком тук-туке мы сейчас поедем на пляж какой-то супер-пупчатский. А вот мой отец Альфия. Вот. Прототип. Мой прототип. Всем привет, с вами Альфия Баталов. Как всегда, мы находимся на Сайка Бич. Я его назвала Кайф Бич, который находится на военной базе. Сегодня в Паттайе санитарный день, поэтому здесь очень много народу. Вот посмотрите. Да? Давайте. Вы откуда? Иркутск. Видите, Иркутск. А я по Алматы. Всем привет с Иркутска. Вот. И очень-очень много народу. Здесь обычно бывает мало людей, но сегодня из-за санитарного дня среды все находятся здесь. Водичка, ну так, не сказать, что прям пипец горячая, нормальная, прохладненькая слегка, но чистая. Здесь приятно, ветра нету, видите? Всем привет! Сегодняшний фрукт 9 января, это вот маракуйя. Я не знаю, видно, не видно, я экран вообще не вижу. На вкус это просто голимый витамин С, который вот такими маленькими семечками, которые хрустят просто. Я нахожусь на пляже Кайф Бич, который находится на военной базе. За городом, города Паттайя. Новый год, Новый год. Пошли! Пошли кислопушки, Новый год, Новый год. Искать красивый ботин, Новый год, Новый год. И у кошали кислопушки опускать, Новый год. Никуда мы не хотим, тепло улыбается Дед Мороз. Что же приготовил нам? Вот вопрос. Загадай желание, сладко спи, и получишь новенький PSP. Мы находимся на пляже Кайф Бич. Сегодня среда, 9 января 2019 года. О, приколисты, иркутский брат. Мы находимся на военной базе. Не знаю, сынок, потому что круг тебя держит. Я бы не сказала, что вода прямо парное молоко. Но, в принципе, в такую жару нормально. Это... это как бокстал. Температура такая. Бодрящая, честно. Пока мы сидим, ждем наш обед на вот этом Кайф Бич. Вот там видно, не видно. Я хотела рассказать, как сюда доехать и сколько это стоит. Какой-то рис принесли мне с крабами. Он стоит, кстати, 80 бат, это 800 тенге. Итак, сюда мы доехали за 170 бат, это 1700 тенге. И въезд на военную базу, на тук-туке, это типа маршрутка такая. Какая миль. Стоит 100 бат, это 1000 тенге. Вот. И здесь стоит провести тот день, когда в Паттайе санитарный день. Приезжайте сюда. Кстати, вот за 100 бат можно очень хорошо покушать в любой точке Паттайи, я так поняла. Это 1000 тенге. Было прикольно на пляже увидеть нечто хвойное. Что? Но это не хвоя, а на ощупь они такие нежные, мягкие, такие классненькие. Типа с Новым годом. Хотела вам показать вот что. Смотрите, просто заросли кактусов. Прикольно, да? А, они прямо острые. Это рыба. 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 Вер...
этого пляжа, и я просто загорела, оказывается, жестко. Хотя было пасмурно, солнышко выглядывало пару раз. Ты загорел? Да, ты загорел. Присели попить нормальный горячий кофе, который здесь со льдом дешевле, а просто горячий дороже. Со льдом 30 бат, это 300 тенге. И просто 350. Вот смотрите, такие вкусняшки, разные миксы фруктов. Стоит 400 тенге тарелочка. Вот мы взяли одну тарелку прям маракуйю за 400 тенге. И вот такие коктейльчики, тоже фрешки из фруктов, прям на глазах делают. Вон там. С вами была Альфия Баталова. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик уведомлений новых публикаций.